Сегодня демонстрирую свою новую сборку с полетным контроллером SP Racking F3. Рама складная, но на этом видео она не демонстрируется. Так вот он выглядит вблизи. Есть камера курсовая, передатчик ППВ, телеметрия 433, GPS модуль со встроенным компасом у Blox М8Н. Расположен сверху, прямо на защите. Потому как антенны я не очень что-то люблю. Решил сделать так. Ну а сейчас взлет. Проверяем. Приготавливаемся. Он как-то не очень стабильно себя вел, и поэтому я быстренько завершил полет. Видео нестабильно, потому что с курсовой камерой через ППВ и подвес еще немножко косячил. И я как бы, и тем более его как-то мотало по кругу, плохо слушался управление, и посадил уже где придется, в густую траву. Далее решил еще раз попробовать. Проверил моторы, моторы работают. Откалибровал компас по новой через приложение ES QE на смартфоне, установлен на смартфоне. Покрутил 30 секунд в разных положениях. И в общем-то на этом регулировка закончена. И решил снова полететь. Включил пост холд. Ну, далеко лететь не стал, так немножечко. Немножко нестабильно, надо alt hold еще включать, потому что по высоте как-то он немного прыгает. И, в общем-то, я так посмотрел и решил его посадить обратно. До первого раза, в общем-то, хватит и такого варианта. Ну, при посадке, правда, не очень, как бы, уверенно управлял им. И на конце чуть-чуть сплоховал. Получилось не совсем удачно.